Давайте в качестве примера напишем представителя класса типа функтор для некоторого более сложного типа данных, рекурсивного типа данных, для, например, бинарного дерева. Давайте посмотрим, каким образом можно бинарное дерево определить на языке Haskell. Перед нами есть определение. Мы говорим, что тип бинарного дерева однопараметрический, то есть 3 это конструктор типов с kindом звездочка, стрелочка, звездочка. Только для такого типа мы можем писать представителя функтора. Теперь, как устроено дерево? Дерево состоит из узлов, в которых наше дерево может раздваиваться, и из листьев. Значения у нас хранятся в листьях, и в нашей версии бинарного дерева значения также хранятся внутри узлов. Но помимо этого узел, помимо хранения значения того типа, которым наше дерево параметризовано, он еще содержит рекурсивные определения, два дочерних под дерево, левое под дерево и правое под дерево. Ну, каким образом мы можем создавать объекты такого типа? Вот, например, мы создаем некоторое дерево, которое в дальнейшем будем использовать. Мы говорим, что это дерево представляет собой вызов конструктора branch, то есть у нас имеется узел, в котором лежит значение 3, у которых есть два поддерева, левое и правое. В левом поддереве у нас лежит лист, в котором тоже лежит значение, и в правом поддереве тоже лист, в котором лежит другое значение 4. Поскольку мы сделали наш тип данных tree представителем класса типов show, то оно может выводиться в консоль. Ну, например, если мы наберем здесь test tree, то мы получим ровно то дерево, которое мы здесь определили. Давайте теперь посмотрим, каким образом мы можем сделать наше дерево представителем класса типа функтор. Мы пишем ключевое слово instance, дальше говорим, что объявляем дерево представителем класса типа функтор. Мы должны описать единственную функцию fmap, поскольку у типа данных tree два конструктора, leaf и branch. Мы должны описать, как наша функция fmap работает на одном конструкторе и на другом конструкторе. Первый конструктор leaf — это однопараметрический конструктор. Там лежит значение типа a. Наша функция, здесь мы ее обзываем b, имеет тип из a в b. Мы должны протащить, как мы уже знаем, нашу функцию сквозь конструктор данных. Мы это делаем здесь. И применить его как раз к значению, лежащему внутри нашего дерева. Значение x имеет тип a, функция g имеет тип из a в b. Соответственно, это значение имеет тип b. Ну и у нас получается, что упакованное в дерево значение типа b. Все в полном соответствии с тем типом функции fmap, который у нас имеется. Напомню, тип функции fmap вот такой вот. Он поднимает стрелку, превращает стрелку в стрелку над контейнером. Здесь вместо f у нас, естественно, подставляется конструктор типа tree. Случай другого конструктора дерева, он немножко посложнее. У этого конструктора три параметра, поэтому мы должны связать каждый из этих параметров с переменной. Значение, которое у нас лежит посередине, мы связываем с x, это значение типа a в наших терминах. Что касается поддеревьев левого и правого, мы их связываем с переменными l и r. Теперь у нас есть значение типа a, к которому мы должны применить нашу функцию из a к b. То есть мы протащили нашу функцию через конструктор, у нас есть значение, мы применяем нашу функцию g к x. Таким образом, значение нашей функции меняется, которая лежит в узле дерева. Но дальше у нас есть два поддерева, левое и правое. Что мы должны сделать? Естественно, мы должны нашу функцию, которую мы сейчас определили, рекурсивно вызвать на левом и правом поддереве. Здесь мы нашу функцию fmap со связанным той же самой функцией g первым аргументом применяем к левому поддереву, здесь мы применяем к правому поддереву. И таким образом реконструируем наше дерево. Давайте возьмем наше дерево test3 и отобразим на нее с помощью отображения fmap, с помощью функции fmap, какую-нибудь функцию. Ну, например, возведение в квадрат.
мы увидим, что все элементы, хранящиеся в нашем контейнере в дереве, возведутся в квадрат. Однако при этом структура контейнера не изменится. Как у нас было дерево с одним узлом и с двумя листьями, так такое дерево и получилось. Это некоторый общий принцип, выполнение которого требуется для того, чтобы представитель функтора был настоящим представителем. Мы потом поговорим про законы для функторов, которые обеспечивают выполнение этих требований. У нас есть другой синтаксис, в котором мы можем вызывать нашу функцию fmap. У fmap есть в модуле datafunctor определен инфиксный синоним функции fmap. Фактически мы функцию fmap могли бы вызывать вот таким вот образом. И результат был тот же самый. Но у функции fmap есть оператор, полностью эквивалентный функции fmap. Этот оператор доллар, то есть оператор применения, мы действительно применяем некоторую функцию, но этот доллар заключен в значки меньше и больше. Доллар, заключенный в значки меньше и больше, это просто некоторый оператор применения, который, однако, вместе с применением функции поднимает эту функцию в некоторый целевой контейнер. То есть мы как будто бы возведение в квадрат применяем к нашему дереву. Точно так же мы могли бы с помощью этого оператора, например, пользоваться не деревом, а некоторым списком. Скажем, списком 1, 2, 3. Мы бы тоже получили возведение в квадрат. То есть это полностью оператор повторяет поведение функции fmap. Этот оператор имеет левую ассоциативность. Ну, это можно посмотреть, воспользовавшись командой ghci-info. Имеет левую ассоциативность и четвертый приоритет. А левая ассоциативность нужна для того, чтобы мы могли организовывать некоторые цепочки вычислений с помощью этого оператора. Ну, например, мы можем применить две функции подряд. Сначала возвести в квадрат, а потом выполнить какое-то еще действие, ну, скажем, я не знаю, прибавление пятерки. Вот мы можем вызвать некоторую функцию добавления пятерки и после этого возведение в квадрат. Эта цепочка описывает нам некоторую последовательность действий, последовательность функций, которую мы хотим выполнить над нашим контейнером. Ну, вот мы видим, что у нас произошло возведение в квадрат. И потом прибавление к пятерке. 2 в квадрате 4 плюс 5, 9. 3 в квадрате 9 плюс 5, 14. Ну и, наконец, 16. Это 4 в квадрате плюс 5. Это будет 21. То есть этот оператор позволяет выполнять цепочки. В модуле datafunctor, который мы импортировали здесь, определена еще одна функция. Она немножко имеет еще один оператор. Он имеет немножко вспомогательную роль. Это оператор доллар, но с обрезанным одним значком, правым значком больше. Этот оператор работает приблизительно так же, как fmap, но единственное, что он делает, он затирает значение, хранящееся в контейнере, некоторым единственным значением a. Ну, например, мы можем вызвать нашу функцию над нашим проверочным действием, передать туда, скажем, значение 42 и использовать этот оператор. Произойдет следующее. Структура контейнера сохранится. У нас по-прежнему будет один узел и два листа. Если бы дерево было сложнее, его бы структура сохранилась. Но все значения, которые были, заменяются на тот параметр, который у нас присутствует здесь. Эта функция имеет тот же самый приоритет и ту же самую ассоциативность, что и значок доллара, заключенные в значки больше и меньше. Главное требование к правильному представителю класса типа функтор заключается в том, что структура контейнера не должна меняться. И через несколько степов мы увидим, какие требования надо предъявлять к реализации функции fmap, чтобы это требование выполнялось.